Добрый день, с вами Ксения. Получила заказ от магазина мыло от. Ранее я его вытащила из картонной упаковочки. Большую часть товаров я заказывала для изготовления твердых шампуней, ну и некоторые из масел и экстрактов я использую для изготовления натурального мыла с нуля. Итак, покажу вам свои товары. Я заказывала гидролизованный кератин 25%, производство Франции, 5 мл. Масло Тамано, это масло Александровского лавра для изготовления твердых шампуней, 10 мл, производство Малайзия. Экстракт CO2 розмарина, производство Англии, 5 грамм, 5 мл. Экстракт шишек хмеля, 100 мл. Использую для шампуней и для изготовления мыла с нуля. Производство Украина, 100 мл. Экстракт крапивы, 100 мл, производство Украина. Масло репейное, 100 мл, производство Германия. На каждой баночке, на всех упаковочках, везде указан срок годности, производитель, сколько миллилитров идет. И заказывала для изготовления шампуня мои полюбившиеся уже натуральные кокосовые пазы. 6 упаковочек заказывала кокосульфата натрия. Производство Германия, 50 грамм. И 10 упаковочек заказывала кокаилозитнат натрия. Производство Франция, 25 грамм. И вот, вот таких вот они фасовочках идут. На этом все. Спасибо за внимание. Хорошего дня!